Буфета вылезай. Посмотри, где ты? О, Перекопская 8. Как раз я хотела сюда. Так, сейчас разложу, а ты стой на месте. Наверное, ты будешь стоять вот тутоньки. Я опять все разложил. Смурфета. Пойдем делать обзор квартиры. Давай. Так, вот это швабра, которую капитан приобрел. О, швабры не хочу. Дальше. Вот, аквариум. О, я тоже хочу посмотреть на рыбок. Договорились. Стой тут и смотри на этот аквариум. Ну как тебе аквариум? Ну нормально. Пойдем на кухню. Вот. Это сушильная, а это стиральная. О. Вот здесь капитан будет стирать свои грязные вещи. А это сушильная. О, зарядка. Яблочки. Нет, хочу конфеточек. Ладно, будут тебе конфетки. Так, где-то завалялись у меня конфеты. Ну, шоколадки есть. Опа! А ты чё на ноутбуке стоишь? Где хочу, там и буду стоять. Давай быстренько за стол. Как ты и заказывала. О, шоколад. Эти фотографии не удалять. Денечка, нашел конфетки? Нашел. Молодец, на шоколад. Так, у бабушки еще уборка не кончилась. Так, добра накупили сколько? Сколько добра? Сломала ручку. Так, фанту. Это ешь шоколадку.
не держу. Риви стала бойцом. Что случилось? На меня напал грабитель и отнял мою любимую сумочку. Я знаю, кто это сделал. Эй, вы, извинитесь перед Риви. Мы извинимся тот же день, когда у меня из задницы вылезет обезьяна. Сегодня как раз тот день. Из твоего очка только что вылезла обезьяна. Они приносят свои извинения. Спасибо большое. Иди к Сереже. Он тебе драться научит. Мое обучение очень простое. Чтобы понять все о драгах, мы сначала посмотрим там боевики разные. Ну вот это он в конце, его ты видела? Как он делал? Да, Серег. Да, Серег. Ты же наверняка звала на помощь, когда на тебя напал грабитель. Да. Но мы тебя не услышали. А с таким-то устройством мы тебя за километр услышим. Попробуй. Помогите! 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 Нормально. А теперь пойдем на практическое задание. Пожалуйста, не бейте! Лучше басы. Пишите F Сереже в комментариях. Я нашел тебе тренера получше. Это я. А вы уверены? Извините за... Вот мои тапочки. А это капитан. Беспокойство. Остались сомнения в моем профессионализме? А, все, вопросов нет. Друзья, поддержите Риви. Ставьте лайк под этим видео. Давай посмотрим твои данные. С чем нам предстоит работать? Рост 52. Вес 165. Вперед к тренировкам. Риви, держи. Это твой план тренировок. Давай, давай, увеличивай скорость. Еще. Побежал. Еще. Риви, послушай вот эту мотивационную речь. Эй, ты. Да-да, ты. Немотивированный говно. Запомни, если обидели, не обижайся. Если ударили, не ударяйся. Ты не неудачник. Ты удачник. Даренному коню в попу не смотри. Не унывай. Дыши, а то умрешь. Кушай. Много сосиски в тесте. Она готова. Выпускайте ее на бой. Молодец, молодец. Давай, он тебе хату поставил. Начнем соперника полегче. Прости, Мишка, но мне нужно научиться бороться. Прости. Ты че, охренела? Я тебя сейчас научу бороться. Спасибо за хату, Влад. Я ставил на медведя. А не на Риви тупую. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До скорых встреч! Вас бы убил.
Так что получается, я тебя спас. Давай, вставай. Расскажешь все поподробнее. Окей. А зачем тебе нужно спасать отношения с Киси Мисси? У вас что-то не так? Мы с ней поругались. Она постоянно хочет жрать. А мне нечего ей предложить. Денег на еду у меня нет. Я нашел на кухне крыску и зажарил ее. Думал, что Кисе понравится. А она выгнала меня из дома.